работы молодой журналистки, многочисленных сейчас, вы знаете, что информационное поле у нас достаточно в Волгограде, как и по всей стране, представлено достаточно представительно, конкурентоспособно, есть что, из чего можно выбирать, читать. Но вот индивидуальности, те, которые вы писали не формально, не по букве, а по сердцу, очень немного. И поэтому вот те работы, которые представила к нам на конкурс Трепнева Анна из информационного агентства «Блокнот Волгограда», производилась не в точке зрения лишь формального протоколирования нормативно-правовых актов, а настолько глубоко и по-живому, что, безусловно, мы решили ее наградить дипломом первой степени за свой вклад в правозащиту. Ну, не надо делать рекламу газете «Блокнот», да, все знают, ее прекрасно читают. Спасибо вам большое за вашу публикацию. Спасибо.